Рэп-перископ майки.орг. Крупнейший онлайн-магазин одежды с огромным каталогом принтов ваших любимых рэперов. Огромное количество уникальных вещей по рэп-тематике. Футболки, толстовки, шапки, спортивные костюмы и многое другое. Все изделия проходят трехэтапный контроль качества. Будь ярким, выражай себя в принтах и дари подарки близким. Доставка в любую страну, оплата товара при получении. Ссылка в описании. Рэп-движуха из соседнего города, Удомля, Петербург, Гусь Хрустальный, Слюдянка, Ангарск, Иркутск. Все вот эти ребята с вами в настоящем гетто. Привет. Всем привет. Всем привет, всем респект, всем тем, кто не спит, всех тем, кто спит, всех тех, кто хочет спать, всех тех, кто ложится спать поздно. Это мы здесь. Можно отсосать, приезжай попробовать. Всегда можно попробовать закинуть кому-нибудь в рот, например, тебе. И открыт для экспериментов. Теперь не спят. Всегда готов. Всегда, блядь, готов. Без кадетства, да. Крыса Сырников, добро пожаловать в наш мир. Я сухой. С днем рождения тебя поздравляю. С днем рождения. Ну да, такой типа тропу какой-то. Привет, топ микстейп, спасибо. Микстейп тоже понравился. Воспринимаешь ли ты текст капсом как заквас под антихайп? Нет, капс — это капс просто. Это заквас под раскольников 2013 года. Ну да, похоже, кстати. Нужно больше треков в GSPD. Тоже так думаю. Есть вообще идея альбом с Давидом записать, поэтому хуй знает. Побрейся. Не хочу бриться, спасибо. Фринг трэпа, здравствуйте. Путьях, путьях. Буквально на днях снимаю второй выпуск, друзья. Буквально на днях. Сейчас нужно понять, когда, и буквально на днях все будет сниматься. Привет. Вставки в фильме «Инсомния» из какого-то сериала, я не помню. Привет. Капс — это признак поясторонний? Нет, точно нет. Работу найдешь когда? Никогда. Я что, лох, что ли, работать? Зачем мне работать? У меня очень много есть занятий, которые можно позаниматься, кроме работы. Зачем мне работать? Привет. Кто гость на этот раз? Спойлерну вам просто одну прикольную инфу, что будут два гостя во втором выпуске. Кто это будет, не скажу, но вы охуеете. Сразу будет два гостя. А я иду на работу. Очень круто. Знаешь ты, Сволк? Знаю, да, тебе не скажу. А ее Саламуля. Что готовить будете? Все узнаете, ребят. Все узнаете со временем. Все очень скоро будет. Сниматься. Выставляться. И вот это все говно. Ну вы поняли. Такая вот движуха. Чилимся с ней в этом странном джакузи. Я не помню песню. Это чилимся с ней в этом. Я
черкаши. Ты можешь себе это... представляются. Ты можешь себе это... представлять себе такую тему, что ты шат, блядь, что ты просто в джакузи, ёбаный в рот. Рэп-игрок Букер Дифред будет с вами наезжать в Москве. Я не знаю, кстати, я у Феди спрашивал, где он будет, хуй его знает, почему нет. Самый криминальный район Хабаровска, любой. Е-бой, е-бой. Почему у Абы больше щеки не краснеют? Ну, слушайте, потому что все. Мальчик молодой. Блять, подождите. Видите, тут какие-то приколы с эти... со всей этой хуйней. Привет, всем привет. Будешь нарвать на битах? Ну, приду, наверное, просто посмотреть. Почему нет? Концерты, не знаю, планирую, не планирую. Концерты тоже можно сделать, похуй. GSPD будет в этот раз? Ну, посмотрим. Посмотрим. Окси не планирую в будущем на шоу пригласить, нет. Извините. Пока не планировал. Ну, такой трёп. Тебе не нравится такой? У меня в гостях сидит Овсянкин, и он говорит, что трап это не очень. Не могу ничего сделать. Но не можете ничего сделать, поэтому все, кто любит Овсянкина, поставьте лайчик, пожалуйста. Поставьте лайчик, сердечко нажмите, чтобы им было приятно очень сегодня. Ваня, я бухал с тобой в семнашке в августе, я чел сори. Охуенно, брат. Охуенно, брат, респект тебе, Ворин. Лиски, респект. Фаринго, совместный эфир, ну пожалуйста. А зачем, дядечка? Так вот, интересный персонаж. Когда у Миши Джигли альбом? Очень скоро, как только сведут. Пойдешь 10 февраля на ГСПД или 9 на Эхо Прокуренных? Да пойду, скорее всего, и туда посмотрим. Шипертаун. Нет, Шипертаун не хочу слушать. Кристина Потупчик, скорее всего, придет в Москве на концерт, сказала. Так что нормально будет. Так что мы с Кристиной Потупчик тусуемся в Москве, поем песню. Beach Activity, ну, по-любому. Beach Activity будем вместе с Кристиной Потупчик исполнять, так что... так что приходите на концерт 3 числа, 3 февраля, клуб «Правда», ежемесячные Ники Блейзер, Мёрда Килла и прочие прекрасные ребята. Нет, в скобках. Винтажный прокурор, привет, привет. Тут вот еще один винтажный прокурор рядом ходит. Он немножко занят. Был на финале 140? Был на финале 140, да. Просто в сиську какую-то набухался на финале 140, так что... был. Был на финале 140. Ваня, я настаиваю на инфе по фрешбладу. Какой фрешблад, дядя? Ну, нахуя? За мая придешь третьего, братан. Ну, хуй знает, братишка, как у тебя с логикой. Смотри... у Андрея Замая 3 числа концерт в Москве, ой, в Петербурге, а у нас 3 числа концерт в Москве. Как ты думаешь, приду я на концерт Андрея Замая в Петербурге, блядь? Чё ты тупишь-то? Вхожу в туалет без стука. Окей. Не знаешь, когда розыгрыш билетов на Ежи? По-моему, чуть ли не в день концерта. Я не в курсе, этим не занимаюсь. Вань, танцуешь как Satisfaction? За бабки только, за большие сиротки Ваня Сверло. Набухался в сиську. Запомни, как речевой, что ты не знал такого речевого оборота, что ли? Изи просто. Вичхаус Лобни нормальный трек. Там Жорик хорош. Респект таким пацанам, которые болеют, но ведут трансляции. По жизни болею, дядечка. Дядя Фалин, вертушечка Газмана будет в чебах? Я не знаю. Честно, не знаю. В чебах? В чебах, да. Это что? Чеба? Чебоксары. А. Белые чуваши. Почему у тебя это спрашивают? Потому что я одно время форсил тему, что я в чебы хочу очень сильно. Не знаю, почему. Но... скажи, что Овсянкин тур, он должен приехать в Чебоксары точно. Овсянкин будет в Чебоксарах? Не господа, знаю. Овсянкин будет в Чебоксарах. Может быть. Может быть, но будет. Обязательно, но может быть.
сольные концерты. Киберсамурай, да-да-да, вот это все дерьмо. Хули так треки с Мухтара заблокали в ВК. Все, все разблокировано, друг. Все разблокировано, заходи. Заходи, читай, слушай рэп, вот это все, привет. Не отворачивайся, ты не увидишь вопросики. Когда на ДВ, я не знаю, пивка бахнет, мне не хочу пива, пиздец. Вообще пить не хочу. Гокилл или Play Black? Гокилла, конечно. Ваня, скажи за Микки Мауса. Я думаю, время скажет само за Микки Мауса, все. Тридельник ему сделаем, Чебовский. Улица Дыбенко все скажет. Улица Дыбенко? Да. А что с Дыбенко? Большой привет ему передаст. Да? Микки Мауса. А да. Почему? Есть за что? От Гарри Александровича. Серьезно? А он там выебался, что ли? Да ладно. О-о-о. Зря на Гарри Александровича въебываться, не надо. Гарри Александрович, респектовый дядька. Ну тебя я и обиделась, да? Ну тебя, блядь. Хей, мистер полисмен. Он вообще хусар. Катополиция. Здесь, блядь, катополиция. Вы признаны слишком няшным котиком. Нахуй чуваши, нахуй тебя, дядь, белая чувашия, блядь, в сердечке моем. Гриша будет выступать на концерте. Гриша боится большого скупления, скопления людей, так что извините. Гриша еще в 2011 закончил ежемесячно. Да. Выступать. Гриша еще в 2011 закончил выступать вместе с ежемесячными, поэтому. Not. Когда Курган-то? Я думаю, на следующей неделе. Нахуй Букера, нахуй тебя, дядь. Давай просто тебя нахуй пошлем и все. Где такой значок взять? Я не знаю, мне подарили на концерте каком-то. Охуел фитас Майти Ди, ебой. Неон Бойс, Антихайп, Рил Ток, ебой. Законнектились с Бульваром? Да, законнектились. Максимально законнектились. Боб или КПСС? КПС Боб. И... Ургант в Антихайпе? Ургант, да, Ургант в Антихайпе. Кот-рэпер, ты что, долбоёб? Коп-рэпер. Я коп, а ты кот, сука. Копикот, видели? Когда следующий батл с кем? Не знаю. Не знаю. Не, никаких спойлеров, ребят. Поебать вообще. Мерч с Гришей можно сделать, да? Блять, может реально мерч с Гришей сделать? Бля, это топовая тема. Овсянкин, go в Новосибирск тебе пишут, слышишь? Я приеду в Новосибирск. Приедешь? Да. Кирилл будет в Новосибирске говорить, у него тур здоровый будет, друзья, там пол России, блядь, будет. Так как пол, блядь, там почти 50 городов. Почти 50 городов у Кирилла в туре будет весенним, так что... Скорее всего, это последний тур, и все, я умру или уеду. И все, да? Ну да. Последний тур, возможно, будет от Кирилла Овсянкина по России, так что если вы еще не купили билеты, то это нормально, потому что билетов еще нет. Но обязательно их купите, потому что они будут. И это, скорее всего, последний тур Кирилла Овсянкина в России. Владивосток будет, кстати, да, по-моему. Да, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, все это будет, друзья. Да-да, будет Дальний Восток. А. Тында? Тында, а не Тында. Тында? Да? Тында. 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 Тиндер, 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 Тиндер. Там Тиндер, я попробую скачать. Мне еще надо мерч с Гришей делать, Миш, я только сейчас это понял. Блять, какие у меня умные подписчики, они мне подсказали просто идеальный миллиард делать мерч с Гришей. Давай собирай деньги. Надо предзаказ собирать, друзья. Хочу мерч с Гришей. Свитшоты, думаешь? Не футболки? Скажи, что волос Гриши. Друзья... Кто купит мерч с Гришей худи? Напишите плюсики, пожалуйста. Если вы способны купить худи себе с Гришей. Ну, какое-нибудь прикольное придумать, да? Такое что-нибудь, типа, по кайфу. Худи с Гришей, господа. Кстати, у Голофори, по-моему, он же, типа, занимается производством футболок, у него, по-моему, первый... Не, раз... это Гекс. А, Гекс. Гекс занимался, да. Гекс, он до сих пор занимается, у него первый станок в России будет, который шелкографию делает по всей футболке. Да, ладно. Теперь... Он крутой, он же давно в этой теме, да? Он там сколько лет еще там ебашится. Ну, у него уже, может, какую-то хуйню там прям, вот не видно. И люди пишут плюсы, Миша. Все купим худи. Все, я...
Сначала бабки, да. Сначала бабки. Катакепки. Не, надо худи делать. Теплые худи от Гриши просто охуенно. Теплый Гриша, теплый худи. Свитшот, думаешь? Ну да, можно. Доспехи от Замая. Уфа будет в туре Овсянкина? Да. Да, конечно, будет по-любому. Блять, я в Уфу бы реально съездил. Вот, нет, в Уфу бы я реально... Блять, погнали в Уфу? А когда у тебя будет примерно? Ребят, хочу в Уфу смотаться обязательно. Нет, в Уфу реально хочу. Пиздец. Потому что это столица рэпа, я считаю. Хочу в Уфу, блять. Уфа, сука. Чекай мой трек новый. Спасибо огромное. Чекнул. Очень крутой трек. Худи пилите. Можно еще капюшон с ушками кошачьими. О-о-о-о. Но это грязь уже, пиздец. Футболку за май еще нигде не взять, потому что их еще нет. Точнее, они есть, но они еще только у нас. Ваня, я с Уфы. Ребят, привезите меня в Уфу, ебаный в рот. Друзья, привезите меня в Уфу. Давайте. Мне нужны две вещи. Билет до Уфы. Три вещи, пизжу. Три вещи. Билет до Уфы, билет обратно из Уфы до Питера и вписка в Уфе. Все, мне больше ничего не надо. Все, везете меня в Уфу, я приезжаю, разъебываем. О, вот, крутой трек, кстати. Я не курю, дядь, вписка есть. Ну все, охуенно. Давайте, все, везите меня в Тверь, ребят, пожалуйста. Мне... Ой, в Тверь, господи. В Уфу, ну в Тверь тоже можно. Давайте, кто меня реально может в Уфу привезти вместе с Овсянкиным? Бля, какой крутой вообще трек. Аж гидры захотелось резко, блядь. Беларусь, кстати, возможно, друзья, будет концерт в Минске у группы «Ежемесячные». Возможно, ничего не буду обещать, но вполне возможно, что ближе к концу февраля в Минске будет концерт группы «Ежемесячные», так что не хочу вам обещать, но все может быть, может быть, может быть. Да, охуенно вообще. Был брат. Уверена, в каждом городе организуют по вписке. Да, списки вообще особо не проблема. Проблема в том, что я не пойду за свои бабки просто куда-то, потому что мне это неинтересно. Вот и все. Это честно, мне кажется, интересно. Ну, типа, я лучше бабок закину, я не знаю, в музло или еще в какую-нибудь тему, чем просто мне ехать. А вот если меня кто-нибудь привезет, я с удовольствием скатаюсь, потому что я, в принципе, люблю новые приколы какие-то. Ну, вы поняли. Просто я жадный пидорас, ладно. А, когда езжу опять в Питере? Ну да, в принципе, я вообще, как бы, по-честному, ребят, говорю. За свои бабки неинтересно ехать. А если кто-нибудь привезет, то можно поугореть. Почему нет? А если готов везти, то готов везти. Вот, так что все очень просто. Мы честные рэперы, ребят. Хайпим на ваших костях. Езжу опять в Питере, не знаю, когда угодно, блядь. Мы можем раз в месяц давать концерты, но люди не будут на них ходить, скорее всего. Воронеж? Да по-любому будет Воронеж. По-любому будет Воронеж. По-любому же будет Воронеж. По-любому. Блядь, я бы и в Воронеж поехал. Давид едет. А? Я приеду, Давид будет. Давид еще будет? Он не со мной, он там 9-го, что ли, февраля. А-а-а. Кайф. Воронеж, города. Вообще, ребята, если есть желание привезти меня куда-нибудь, напишите мне в директ. И что-нибудь порешаем. Я как бы открыт для таких предложений, потому что мне нравится. Только по делу. Только по делу, да, без всякой хуйни. Просто буду в чест кидать за всякую шляпу, да и все. Мне несложно кнопку нажать.
Вот, это я в Твиттере никого больше в честнике, да, потому что похуй. А в Инсте я такой хуесос, я закину всех нахуй в черный список. Ладно, друзья, с вами был полисмен из кошачьей полиции. Меня зовут Ваня Светло, я представляю лейбл «Ренессанс». Вместе со мной сегодня был Миша Джигли, Кирилл Овсянкин и Бульвар Депо, альбом «Рэп» 2014 года. Мусорнулся твой дед, Вась. Все, не пизди так.